Всем привет, с вами Роботин Кинг, и мы снова в Tower Heroes. И здесь вышло обновление. Маленькое, но оно обновление, поэтому... Ничего там не говорите, это нормальное обновление. Так, а где у нас... Update log. Вторая часть Пасхи, которая давно уже прошла. Даже в России Пасха уже давно прошла, а у них тут еще Пасха... Обычная Пасха. Которая прошла месяц назад. Ну ладно, вторая часть, так вторая. Новые яйца, короче, 6 новых уникальных скинов. Там у нас появился вот этот скин. Там вот есть для Карткида камень. Или не для Карткида, я так и не понял. И новая карта, у нас там новые скины для них. И новые мобы. Концовка Пасхи скоро. А, короче, окончание, а не концовка. Ну ладно. Где-то тут про новые какие-то... Что-то там... Вот это вроде, короче, вот эти открылись яйца. У меня тут написали, что у меня открылось вот это яйцо. И все. То есть, вот еще какие-то 5 яиц открылось, и там что-то еще дали. Я их не собираю. Надоело. Эти вот эти ивенты... Тут что-то было? Какой-то чел разбросал яйца, которые донатны. О, хорош. Что за Сигма тут был? Спасибо ему. Так, я какие-то 2 яйца собрал. Шеф-поварское и донатное. Прикольно. Мне за шеф-повара какой-то скин дали. Наверное, это не повар, а, наверное, Ясуки или что-то типа такого. Какой-то ближник, наверное. Да, это Ясуки, я угадал. В принципе, они ничего не сделали, ну... Ну, поменяли, ладно, немножко поменяли. А так это просто шеф. Я оставлю этот, конечно, зачем? Зачем мне шеф, когда у меня есть другой шеф? Так, давай посмотрим на фолловеров, что ли. Мне там написали какие-то фолловеров дали. Пасха, 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 Пасха. Так, шеф-поварское яйцо дали мне. Еще где яйцо, которое мне там сейчас дали донатное? Вот еще одно яйцо. О, бесплатное яйцо, бомба. Ахаха. Еще какое-нибудь яйцо дали? Новостное яйцо такое было? Ладно. Мусорное и собачье. Ну, давайте пойдем на новые... На новую карту, так. И же вызова, да-да-да-да. Чё... Как она там называется? Боров... Сейчас мы найдем, она какая новенькая. Во, Боров Брау, вот. Тут у нас лиса какой-то босс. Я вряд ли выиграю, поэтому... Не надейтесь на много, я просто проиграю и посмотрим на новых мобов. Охренеть, не встать тут карта. А как это проходить-то? Так, у меня бесполезные нуки. Надо его как-то заменить, наверное, на... Нет. Блин, где ученый? А, у меня он был в деке. Блин, я зачем-то визард взял. Ладно. Так, яйцо какое-то. Однохпшное, что? Ладно, тогда не буду тратить много, раз уж однохпшное. Грустно яичко. О, я знаю, где они пасхалки засунули. Сейчас будем искать, значит. Надо вначале... Деф сделать. Защиту. Так. Кадет. Зайчик. У которого лицо нету, там только улыбка. Смотри, есть несколько видов яиц. Есть грустное, есть веселое. Так, а мне надо побольше защиты, я так понял, да? Тварьство. Новая механика. Офигеть, новая механика. Прикольно. Но это тварьство было сейчас, да, это точно тварьство. Это подстава была. Так, мне надо, наверное, новые какие-то защиты сделать. Ты понял, да? Ты видел, да, эмодзи? Эмодзи, иконку вот эту. Это значит, что враги, то есть наши, будут атаковать только их. Не будут остальных атаковать. Поэтому надо их качать, потому что, смотри, они пропускают, смотри, не могут. Хорошо, что у них один хп, то есть они ознакомливают, что нас будет ждать в будущих обновлениях. Пока что только с яйцами, я так понял. Прикольно, что-то новенькое появилось наконец-то. Так, ну давай тогда я... Не, пока не, подождем, надо это как-нибудь нормально сделать защиту. Они вот эти вот визарды, надо поставить уже ученых. Ой, как раз ученый тут подходит. Только мне надо было, наверное, взять вместо визарда Баллон-Пол. Ну, я же не знал. Я думал, у меня визарда... То есть у меня не было ученого, я взял визарда. Короче... Путаюсь, да. Такой, как убрать? А я уже забыл, как убирать. А, просто нажать, ладно. Я запутался. Так, С. Все, вспомнил на С. Я уже после Tower Defense на Е нажимаю по привычке.
Так, опа, началось. Это плохо. Да что ж я нажимаю на Е? Только не попробуй яйцо заспавнить. Да блин! Ну ладно. Я выиграю или нет? Я в самом начале сдохну, кажется, из-за этих вот яиц. Да ты дебил, куда я жму? Бейте их, бейте, давайте быстрее. Не обращайте внимания на яйца, пожалуйста. Капец, сложно. Эти яйца подставные. Мне надо больше магов, потому что они больше, меньше, точнее, имеют перезарядку. А вот эти ученые, они будут медленнее, потом проиграют, как всегда. Пока что у нас нет яиц. У нас вот грибы, и вот этого надо тоже... Да ты дебил, я реально путаюсь уже, все. Ставим дизлайки, потому что я не могу нормально играть. Так. С, все. Очень много дверей, я знаю, где они засунут пасхалку. Они любят засунуть пасхалку. Так, я вижу... Барабанчик. Енот-барабанчик. Ок. А, я знаю, что придумал. Смотри, сюда ставим, и он будет, короче, уничтожать яйца, чтобы они не мешали нам по пути. Да, я так и сделал, потому что у них один хп, они же мешаются. Сюда поставлю. И они там вначале будут скапливаться, потом их просто будет добивать этот волшебник, и все. Нормально. Нормально. Так. Так, они станут сильнее, надо уже качать. Да? Почему я на Е нажимаю? Вот ты знаешь, почему я на Е нажимаю? Я не знаю. Вот смотри, видишь? Один остался, он тут навсегда останется, навсегда. Призрак пошел. Потому что до него волшебник даже не доходит. Как он его убил, я не знаю, смотри, он двигается. Тебе нормально? Нравится? Ты будешь так еще 10 минут сидеть. Будет знать, как мне в начале катки минус 40 хп сделать своими яйцами этими. Так. Территория зайцев. Ух ты. А чё мы сюда пришли? Мы что-то уже не защитники, а... Ну, Tower Heroes, типа, героя. Мы уже не герои, мы на защите. Зачем-то идем в зоны какие-то. Так, смотри, я иду искать пасхалки. Чего? Появился мифик. Мимик пропустим, спасибо. Самого большого дали, зачем, непонятно. Ну что нам надо прокачать уже на четвертый? Давай. О, хорош. Ура, 50 монет, зачем они мне нужны, не знаю. Так, надо, наверное, прокачать волшебников, потому что они дешевые, как бы. Ну, логично. От них ноль пользы. Ты все-таки не будешь 10 минут сидеть. Ты тут полежал где-то 2 минуты. Спасибо, скажи. Все. Прощай. Ты с нами 2 минуты был. Пока. За них, кстати, ману не дают. Логично, в принципе. Так. Надо еще одного ученого поставить, потому что, ну... Два ученых это не дело. Надо побольше, потому что... Потому что вот этот даже не дотягивается до вот сюда, смотри. А мне надо, чтобы они все прям ровно вот эту всю зону занимали. Потом надо вот где-то сюда ставить. Бери заметку, если что. Если ты еще не играл, конечно. Так, тут мало места. Куда еще? Вот сюда можно засунуть. Опа, ну что? О, пасхальная корзинка. Он яйцами бросается. Сколько у них хп? Как я пройду это? Я не знаю. У них уже, наверное, по 1000 будет на следующих волнах. Я не знаю, как я это буду проходить. Ой-ой-ой-ой-ой, лиса. Смотри, лиса. Ой, бежит. Бежит лиса, смотри, бежит. Эх, сдохла, жаль. Ладно, пойду искать дальше пасхалки, потому что я хочу посмотреть на какую-нибудь картинку. Я отвечаю, тут где-то картинка есть. Картинка где-нибудь есть, потому что ну, тут вот очень мало места. Вот, смотри. А, это ясно. Я уже думал, что-то засунули туда. Я знаю, что там что-то есть, не врите. И смотри, как много дверей. Я отвечаю, там где-то есть. А если вниз полететь под карту? Ох, нихера себе. Ой, как штырит эту карту. А если за карту? А за карты что? А за картой? А-а-а! Нифига. Нифига за карты нет.
Ну, блин, так красиво, давай-ка я это сфоткаю, это для... Вы говорили, ничего нет? А это что такое? Это медведь! Медведь, страшный. Так, ну давай-ка вот это, вот, прям очень красиво. Блин, можешь отойти, мужик? Блин, надо отойти, мешает. Какой-то челик с головой робота. Опять я на Е нажимаю. Почему я на Е нажимаю? Я не знаю. Меня это бесит. Ученые, вы наконец-то прокачаетесь, потому что надоели вы мне тут сидеть без дела, прокачаю вас. Так, мужик, отойди как-нибудь вот сюда. Все. Теперь вот эту красоту мы сфоткаем. Ой. Ой-ой-ой, как хорошо. Ой. Мне нравится. Очень нравится эта карта, она такая прикольная, красивая. Прям чем-то вот прям весна-весна. Вот как раз весна, когда уже лето почти, ну... Прям вайб какой-то. Вот 150 хп, капец. Волна 16 очищена, да. Новые мобы будут? Нет. Яйцо близких звонков? Что? 1000 хп, ты чё? У меня 7 хп, какие тысячи? Нет, это не лис. Я знаю, что это не лис, не бейте меня, пожалуйста. Ребят, я хороший, нет. Ребят, не надо, нет, 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 не проходите. Яйцо возьми, яйцо возьми, яйцо возьми, яйцо возьми. Главное яйцо взять. Яйцо взять, яйцо взять. А яйцо не взяли! А не взял, хорош. Проиграли, но яйцо взяли. Хорош, хорош. Я понял, почему мне это яйцо дали, потому что, ну, близких звонков, ну, перевод такой тупой. Потому что у меня 7 хп было. И поэтому мне дали... Что, почему шефы тут защитить, не понимаю. Кто-то их раскидывает или чё? Ох. Ну, это круто. Получил еще одно яйцо, но у меня их немного. Монетное яйцо, кстати. Ой, тут, кстати, одна мини-игра есть. Я хочу вам показать ее вот тут. Смотри, смотри. 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 Ее, короче, надо... Ой. Balloon Game. Давай. А как играть? Я не понял, как играть. Я не знаю, что делать. Оно как-то должно двигаться, но я почему-то лечу куда-то. Ой, тут хпшка. Тихо, тихо. Как в это играть, я не понимаю. Что-то реально сложно. Птицу, короче, да, сколько? А, их уже нету, да? Там, короче, UGC был, окей. Ой. Как это играть? Наверное... я понял, смотри. Ты должен зажимать. Ай-яй-яй. Тут надо все шарики собрать. О, это очень сложно. Опа. На жопа рук я, конечно, я не знаю. Так, ладно. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, куда лечу, куда? Нет, не прости, прости меня, Блумпо, прости. Я первый раз играю. Я все хпшки просто как выйти. Прости меня, Блумпо. Можно еще раз? Мне прямо нравится. Тихо, 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 тихо. Тихо, ну вот понятно, почему сложно. Тихо, 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 все, спокойно, спокойно, я твой. Тихо, тихо, тихо. Хорош! Все, я понял, как открыть. Нет, ни хрена я не понял! Почти прошел. Ну, это очень прикольная мини-игра. Мне, видишь, 2 шарика, и надо, чтобы у меня было 2 шарика. Если у меня один, все, я проиграл. Ну, видишь, у меня опять один. Это значит, что я проиграл. Потому что я не смогу увернуться. Давай, потихо, тихо, тихо, тихо. Ну почему я такой рукожоп? Я сейчас опять убью своего дружбана. Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Куда ты летишь? Ну куда ты полетел? 6 шаров и 66. Ну капец вообще. Ладно. Ссылка на игру в описании, если вы не знаете, что такое Tower Heroes. Да и в названии видео тоже написано Tower Heroes. Просто впишите в Roblox. Ну чё, что сложно? Эти комменты задолбали. Ну а с вами был Robot & King, ставьте лайки, заходите в телеграм-канал. Всем удачи, всем пока.